Еще 11 тысяч южноуральцев смогут получить компенсации за капремонт. До 1 ноября их ждут в управлениях социальной защиты по месту жительства. С документами. В новый расширенный список льготников теперь войдут две дополнительные категории граждан. Такой закон депутаты области приняли накануне. По новому закону право на компенсацию по капремонту получат пенсионеры старше 70 лет, если они живут вместе с родственниками-инвалидами. Для них скидка составит 100%. Еще одна новая категория – пенсионеры силовых ведомств старше 70 лет. Их размер компенсации расходов на капремонт 50%. Чтобы получить льготы, необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Сделать это нужно до 1 ноября. Тогда компенсация насчитают за все месяцы с начала этого года.